команде. Подожди. А что ты стараешься? Я еще с тобой разговаривать уже нажал. Сейчас был бы интересно. Заряди, приготовиться. Магазин второй. Стрелок готов? Готов. Твои, я тебе... Внимание! Да, я пойду перекурю. Огонь! Разрядить, показать. Осмотрено. Спуск. Не слышал. Еще. Нажми, нажми еще раз. Все, отбой. А, зарядить приготовиться? Ну, так там это... Полезная информация. Да. Ну, зато мусопальцы подумали. Внимание. Плавный вынос из левой ноги. Нормальненько. Разрядить пока. Единственное, что когда осмотрен контрольный, когда осмотрен контроль, когда возникает... Ну, не делай подшаг лишний, говорю. Сразу скидывайся сразу. Когда возникает пауза, тю-тю-тю, тю-тю-тю-тю. Давайте я еще это сделаю. Это значит обработка спуска. Стрелок не знает, где он срывается на выстрел. Тю-тю. Или там тю-тю-тю-тю-тю. Тю-тю. Тю-тю. Это плохо. Я понял. Работаем. Зарядить, приготовиться. Осмотрим контроль. Зачет. Стрелок. Внимание. Вставай боком. Вставай. Стрелок готов? Готов. Внимание. Вынос. Нет, видишь, что у нас. Разрядить, показать. Что магазин. Держи на носках. Посмотрено. Не зачет, разрядить. Работай. Трудно тебе делать. Ладно, дострелю, просто так что-нибудь сделать. А там нет ничего. Ну, все равно тогда разрядить. Нет, сначала магазин. Там помнишь, ну, тяжеловато, даже понятно. Осмотрено, контрольный. Ну, это вообще, на самом деле, поступок, что человек вообще приходит уже какую тренировку. А вы посоветуете ноги-то оружие разнести? Нет? Так же сложнее стоять, чем когда так да, стоять. Да, ну, вообще сложно. Рост небольшой. Да нормальный рост. Вот, ноги и все. Нет, ну, я бы не сказал, хорошо, что... Попробую. Я сказал, что ненормальный. Нормальный рост, но миниатюрные сейчас женщины. Сколько там процентов? Мы на зачет? Тогда зарядить приготовим. А всего-то, смотри, уже пубу пошел. Мы даже просто открыть всю задницу. Знаешь, что у тебя центр тяжести уходит вперед, и ты держишь остаток очереди. А ты начал вот так сжиматься, держать вот здесь отдачу. А так хорошо, не зачет, обидно, темп бешеный. Зарядить, показать. По три патрона. Осмотрим контроль. Раз, два, другим посылаем. Готов? Готов. Внимание. Великолепно. Кто зачет следующий? Никого больше нет на зачет, не Билтрил. Все, кто еще хотел, сдал, да? Перестать, чтобы... А, не был. Заряжался? Да. А, пожалуй, не может быть, возьмем по 4 мишени и на 2 склона? Так быстрее. Да пусть многие ждут дуэли, патроны уже кончились. Дорогие, приготовиться. Второго можно приготовиться. Брат, готовь рядом второго. Готов? Не торопись. Это вот такого. Влево вошел. Немножко не то. Влево это значит. Да, шесть. Раз, два, три, четыре, пять. И шестой, первый. Ножку груди не дают. Помнишь, по вздошной кости. Забудь, это у кого-то. Эп, вложился плавно. Показать.
плохо, немножко присутствует движение руками, левая рука сбивает. Лучше больше корпусом. Разойдите, показать. Нормально. Осмотрим контроль. Кто еще стреляет, эль-президент? Ствол наверх. Кто еще пробует? Эль-президент. Зарядить, приготовиться. Я бы на твоем месте... Могу? Да. Зарядить, приготовиться. Я не слушал. 4 цели надо. 4-5 зависит от количества патронов. У вас на 5 патронов хватит? У меня 8 патронов. Смотрите, поражайте с третьей, начиная 5 мишеней. 4. Потом на последний. 4, 5. И 6, первую. Понял. Зарядить, приготовиться. Стрелок готов? Готов. Внимание! Если закончил, разрядить, показать. Упс. Чист! Все мишени, кроме предпоследней, которая была самая правая. Еще раз. Самая правая мишень осталась только не... А так все обещания поражены отлично. Спасибо. Давай. Сейчас. А разрешите повторить еще? Да, конечно. На камеру там и так далее. 3, 4, 5, 6. Раз, 2, 3, 4, 5. Раз. Угу. Зарядить, да. Приготовиться. Стрелок готов? Готов. Внимание! Если закончил, разрядить, показать. Чист! Спасибо. Снова одна мишень не поражена. Какая? А, четвертая. Понял, буду тренироваться. Работаем. Все сделали, все. Начинаем дуэль. Все, пробуем. Значит, давайте сделаем так. Вот видите среднюю мишень? Средняя мишень будет как бы бонусная. Вам сначала одному стрелку повалить, попасть в три этих, пам-пам-пам, и только потом в центр. А этому три этих, и только потом в центр. То есть вы сойдете с центра и посмотрим, кто первый попал. При этом судьи и зрители судьи, были все попадания. И мы смотрим там, были все попадания. У меня вопрос сразу. Стрелок, который справа будет находиться, он справа должен начинать или тоже, или неважно? Да, значит тоже, когда стоит мишень, правил нет. Ну, обычно самое удобное и логичное, что сводится, поскольку бонусное в середине, то свести лучше к бонусу, чем уйти сюда, а потом тратить примерно 1.5 секунды на поворот. То есть всего 7 мишеней, по центру одна общая, да? Да, одна общая. Тебе совет такой, что начинать, чтобы сходились на общую. Меньше времени потеряешь на перенос. Угу. Следующая пара. Это значит проиграли. Повтор, пересдача. Следующая пара. Ladies, кто стреляет? Ну выйти. Итак, зарядить, приготовиться. Зарядить, приготовиться. Чуть левее. Ты, конечно, налево пойдет. Не без разницы. Отлично, налево пойдет. Туда? Да. Ну, потом просто еще раз поменяемся. Да, и все соединяем. По звуковому сигналу. Там готов у вас? Внимание. Трех последних. Показать. У меня закончил стрелок. Осмотрим. Но не только у вас. Итак, стоп, судьи, пойдет стрелок слева. У нас клин. Про! Браво! Потом вернулась, можно возвращаться, если не упало. Следующая пара. Следующая пара. На огневую, пожалуйста. Товарищ, а можно вас попросить снять нас, пожалуйста? Я уже включился, просто подержать. Времени теряем, ребят, следующая пара. Общая команда. Зарядить, приготовиться. Зарядить, приготовиться.
На будущее тоже каждую даже спокойную первичную зарядку. У меня не снаряжение подходило. Ну, в принципе. Проворот, досыл и сразу скидка. Угу. Потому что это техника МакПуловская для R15. Надо. Можно стрелять. Так. Угу. Угу. Стрелки готовы? Готов. Готов. Судьи, внимательно смотрим. Внимание! Стрельбу закончил. Если закончил, взлететь, показать. У меня был медленнее, но все попадания. Справа что? Победил стрелок справа. Победил справа. Разрядить, показать. Четкие попадания, но чуть медленнее. Осмотрен контрольный. То бишь, да, все попадали, но он был быстрее справа. Спасибо. О, каретный стрелок, кстати, на матче. Надо судьи всегда благодарить. Прочее, они спасибо. Запишут лишние полсекунды. А насколько разница-то была? Вся отработка. Ты закончил еще до того, как я начал? Смотрим, следующее время положение номер 3. Оружие на руками по звуковому сигналу. Достать магазин. Здесь не видится хоть один раз. Обои оружия. Упражнение понятно? Стрелки готовы? Внимание! Победителя, прошу вас пройти. Если есть лишнее движение, лишний удар, это значит не отработано. Внимание! Финалисты, рубеж, полы закрыты. Не долго он с аэрософта работает, понятно, товарищ, да? С пистолет-тренинг. Сейчас повторяем еще раз, с учетом ошибок. Газовый глок. Угу. Внимание. Левый попал. Отбой вообще там. Траектория и плавный выход. Обалдеть. Одна почти синхронно, да. Ничья. Теперь следующий вариант. Закрываете глаза, расслабляете. Теперь уже вышел положение номер 1. Закрыли глаза. По звуковому сигналу опять в средний гон. Внимание. Вы почувствовали все-таки то, что вы владеете. Опять практически ничья. Молодцы. Ну там на долю секунды. Так, отлично. Теперь сейчас закройте глаза. Начните мелкие такие приседания, а по свистку стреляйте кто как может. Из любого положения. Глаза закрыть, начали подседание. Работаем, работаем, бьет. Ну не жалей себя. Победил стрелок справа. Ты немножко смазал. Так, и теперь, значит, еще там остался. По звуковому сигналу сделать пошаг на полметра и выстрелить. Ну, прорепетируйте. Направо пошаг, попробуйте сделать. Раз, и выстрел. Только стреляйте лучше из хорошей стойки, то бишь широкой. Вот. В этот момент идет вынос и выстрел, да? Выстрел из плотной стойки. Замрите в момент выстрела, мы посмотрим, вы стали хорошо, плотно или на какую-то там, на планку, да? Руки готовы? По звуковому сигналу уход с линии огня и выстрел. Внимание! Победил стрелок справа. Хорошо, скинул, случай тебя стал. Закончил, разрядить, показать. Чист! Победил стрелок справа, разрядить, показать. Отлично, поработали. Следующая пара. Внимание! Не-не-не. Одновременно практически, да. Вроде тоже попал. Хорошо. Теперь положение номер... Нет, вроде бред. Один, осмотрим контроль. Победил. Ну, одновременно. Ребят, так, давай еще раз попробуем. Один, аккуратно. Ага. Контрольный, контрольный. Теперь, значит, где-то вот ручка. Положение номер 3 по звуковому сигналу. Стрелки готовы? Тут, конечно, важна хорошая экипировка. Внимание! У тебя сколько патронов магазина? 4,8. Да что, давай я тоже с тобой заряжу до конца. Ну не, у меня просто в одном один, в другом на 5. А, ну давай, давай. Чист! Контрольный! Знаешь, какой ты? Да, я вижу, что ты где стреляешь.
Да, магазин 4 берем, да? Да. Победил стрела справа. Ребят, видите? Закончил разрядить, показать. Он быстрее начал, проще, но он уронил магазин. В реальной жизни это означает, что... Но стрелок поразил бабушку, свою мирную грязницу. А враг был... Сон везде. Воздух! Страшнее. Три типа положения стартового оружия. Оружие полностью разряжено, значит, патроны или в сейфе, или там на себе, и оружие разряжено. Положение номер два, когда уже магазин присоединен, но не достан патрон, патронник. И номер один, патрон уже в патроннике. Поэтому номер три, значит, разряжено. Так, положение номер три, оружие удерживаем двумя руками. Стреляем в одну общую мишень. Стрелки готовы? Готов. Внимание. Готов. Победил стрелок слева. Молодцы, не торопились. Видели, они и зарядились в одно движение без таких штучек. Да, было медленнее. Но учтите, для тренировки и отработки моторики это важнее делать вот так, чем вот так. А потом все это я сделал. Вторая попытка сейчас будет. Пока счет 1-0, стрелок слева. Сейчас глаза закрыли, положение номер один, по сигналу открыть глаза и поразить мишень. Оружие, да, естественно, там надо... не на предохранителе. Глаза закрыты, внимание. Победил стрелок слева, у меня был первый выстрел. Отлично, и значит динамическая попытка. Глаза закроем сейчас, начнем так приседать, тихонечко. А по сигналу открываем и стреляем. Глаза закрыть. Начали приседания. Работаем, ребят, не жалейте себя, это же шуточные соревнования, вернее, полезные. Одновременно, чуть пониже, но попали. Ребят, доли секунды не считаем, но одновременно. Молодцы. И теперь, значит, с уходом с линии огня. Значит, по свистку сделать, ну, примерно полшага, это же не спорт, тут неважно, там, 30 или 45 сантиметров. И выстрелить, да? Пробуем сначала, без стрельбы. Давайте пробуем. Попробуйте, внимание. Пам, подшаг, вынос, выстрел. Все, вернулись на спорт. И сейчас стреляем. Далеко бежать не надо, ну и на месте стоять тоже не надо. Стрелки готовы? Готов. Внимание. У меня попал четко. Одновременно опять. Может быть, на долю секунды был слева быстрее, но молодцы, хорошо отработали. Разведить, показать, отмотрено. Закончил разведить, показать. Пустой. Хорошо поработали, молодцы. Так, сделали, да? Отлично. Теперь упражнение маятник. Полный маятник у нас такой, норм. Смотрите, перед стрелком одна мишень. Поражается сначала верхним порт, потом нижний порт. Потом начинаешь переходить, удерживая оружие безопасно. А что значит верхний и нижний порт, вы сказали? Да, ребят, порт это на нашем сленге, под по-английски, это значит отверстие или... Отверстие твое, да? Да, ну, на самом деле, когда сдаешь настоящую норму, здесь такая стенка, и в ней вырезано вот это. Все, окно, я понял, вот... я понял. Сюда, через это... А поскольку их нет, просто приседаешь и стреляешь. Да, понятно. После этого, значит, ствол безопасно. Учтите, гильзы валяются. На сколько сделаем пробежку? Ну, до той, да. Нет, ну давайте, ребят. Влад, не-не, вот где кончилась сетка? Вот здесь, да. Нет, видишь, где сетка кончается? Вот. Да, возьми вот сетку, которая там лежит. Нет, стоп. Она лежит сверху. Кусок сетки снят. Левее, левее. Вот, да, возьми его и поставь, где твои ноги. Влад, где твои ноги? Просто положи на землю. Положи просто на землю. Положи просто, спасибо. Ребят, смотрите, это будет вот та площадка. Потом, смотрите, не торопясь, глядя, куда идешь, под ноги. Нарушая палец угол, да, ходишь до сюда, встаешь, разворот и выстрел за ширинами высокой мишени. Туда. О, Юра уже пошел, да? Да. Понял, ага. А
И потом будет норма по таймеру. Некоторые первый раз в жизни посмотрят, сколько у них уходит на выстрел. Кто же будет первенство отдельно. Итак, Влад, пока, пожалуйста. Первый выстрел по крайне левой мишени, по номер один? Да. Номер один, верхний. А, два выстрела? А, раз, два. Верхний, упражнение закончено. На самом деле, настоящий маятник надо еще вернуться обратно, перезарядиться на ходу. Но сейчас не будем в эту сторону, только в удобном. Мы еще маленькие. Четыре выстрела. Четыре выстрела. Левши. Сейчас пока холостим по каждому. Вот стартовая позиция. Значит, вынос, подвесил. Линию уже выбрал примерно попадание. Готов? Не торопясь. Пеп, вынос. Бум, присел ниже. Бум, рванул. Под ноги. Только не смотри на мишень по-военному. Смотри, куда бежишь. Все, закончил. Нормально, да. Военные там, охотники. Они, конечно, не под ноги, а на зверюгу. А нам важнее, чтобы не спотыкнулся туда. Итак, сейчас стреляем. Уважаемый стрелок, пожалуйста, на исходную стреляем. Влад, отойди. Не вдаль. Здесь, сюда, спасибо. В том положении, когда добежишь, боковой судья орет, разрядить указатель, ему показываешь, да? То, что надо. Зарядить, приготовить. Значит, привыкаем. По звуковому сигналу. Надо попасть. Готов? Готов. Один пробок. Влад. Если закончил, разрядить, показать. Один промах. Чист! Контрольный. Один промах. Штрафной очко. 5 очков. Следующий. Надо попасть. Ребята, спасибо. Не делайте, как будто вы уже долго учились. Смотрите. Попасть и движение правильно. Заведите, готовы. Потому что у многих накладывается на свою технику, там старую. Это не значит, что в ней нельзя стрелять. Я же сказал, походный стиль. Попробуйте сначала то, что вот принято в практической стрельбе. Да? Стрелок готов? Готов. Внимание, не торопясь. Попасть. Один промах. Закончил, разрядить, показать. Видите, один промах есть на коротком упражнении. Чист. Чем короче упражнение, чем есть промахи, тем хуже. Когда у вас 25 мишеней, один промах, ну сами понимаете. Ну да, да. А когда всего 4, это уже почти что 1/3 не сделал. Следующий. Слушайте, магазин заберу. Оп. Кашан, твоя десятка там? Там зарядимся. Пойду сюда. Спокойно. Осмотрено, контрольное. Молодец. Отлично, ребят, пробежал, отлично, спокойно попал. Борис, на минутку. Ну что думаешь что? Ну я как бы за любой контакт. Главное, чтобы с ружьем. Да. Следите за пальцем. Я смотрел в интернете, они короткие, без всяких Прячь нос под казённик. Разрядить, показать.
Контрольный. Надо левой рукой делать, за это у тебя все проблемы будут. Это самое, два промаха там, а при этом стреляешь, куда не смотрите поверх ствола. Должно уйти так, чтобы мир спрятался под казённик. Когда ты попадаешь куда ствол, всё, смотришь. Я прям глаз смотрю. Так, плохо, два промаха. Кто еще хочет пробежать? Я. Держи, ты потом по таймеру работаем. Установим личный рекорд и заодно даже давайте маленькое казино по патрону скинемся, кто лучшее время покажет. А потом получу контур. И под гаечку. Палец, не скидываться. Просто старт, пойми, ты забежал всю сигнал, просто был командир. Ты готов? Готов. Внимание. Верхний порт. Пошел, пошел. Остановился, разворот, плечо правое вперед. Верхний порт. Разрядить, показать. Показать. Посмотрите, ребят. Прямо хорошо прошел. Металл поражен, 4 мишени поражены. Осмотрено, контрольный. Так, ну все, начинаем на время работать. Мы видите, так контролируем. Кто попробовали это? Хороший темп-то. Надо еще охлаждение-то предусмотреть, а то будет колиться стало. Коллеги, учтите. Будь добр. А где Влад? Он должен был пойти чистить вместе с Димой. Стал 14 сектор. Итак, коллеги, значит, таймер. Помните, мы говорили, что на дуэли стресс идет от присутствия оппонента, а вообще-то стрелки в спорте борются еще с временем, да? Быстрее. И поэтому именно вот этот звук, о котором мы говорили, вот, как раз заставляет нас дрыгаться, да? Вот, посмотрим, значит, зато это четкое, прям видно до долей секунды, кто бы... Первое упражнение, номер один, скин, первый выстрел. Положение номер один, оружие будет не до предохранителя. По звуковому сигналу скинуться и попасть в мишень. Посмотрим, у кого будет лучшее время. Заодно посмотрите, сколько у вас времени уходит на один выстрел. Но только учтите, основное правило. Мы стреляем с той скоростью, с которой попадаем. Это вообще вот самое такое, да? То бишь, если ты торопишься, стреляешь быстрее, чем попадаешь, можешь не торопиться, ты все не попал, ни в медведя, ни там в зомби. Поэтому стреляешь той скоростью, с которой ты знаешь, попадаешь, да? Все, потом можно улучшить свое время, но сначала нужно стрелять, чтобы попадать. Все, значит, норма клуба 0,5, то бишь полсекунды. Примерно такой дистанции. Попасть. Но вы сейчас никакие нормы не выполняете. Вы сейчас смотрите, за сколько вы спокойно попадете. Потом я вам говорю, а потом вы будете на вторых попытках пытаться улучшить, да? Угу. Давайте встаем в один ряд, человека 4. Я к каждому подхожу и отдельно проходим. 4 стрелка выходят по общей команде. Наши пиролики? Да. Заряжается. Там и право. Сначала пробуем скидочку. Я каждому подхожу и каждого... Только нет, пальчиком там не гуляет, никаких вот таких движений. Каждому подхожу и мы стреляем. Готов. Ты куда стреляешь? Каждый свой ход. Я в третью буду стрелять. Внимание. Так. Секунда 24, помешали выстрел сбоку. Перестрел. А у тебя один патрон? Один, нет, еще один остался. Последний. Ну давай, сейчас, ребят, последний патрон зарядит стрелок, его проверим. Там сбился немножко таймер. Давай, сейчас, значит, последняя попытка. Итак, стрелок готов? Готов. Внимание. 1.39. Металл вроде поражен. Я не посмотрел. Поражен металл? Я снимал. Так, ладно, промах. 1.39. В любом случае, ты попал за 1 секунду 39 сотых. Разрядить, показать. Так. Осмотрено. Контрольный. Стрелок готов? Отбой. Готов. Внимание. 1.18. Расслабься, отдыхай. Итак, секунда 18. Стрелок готов? Готов. Заметьте, норма 0.5, да? Внимание! Промах, незачет. 1.3.
Готов? Готов. Ничего не поднимай, не разряжайся. А, ты закончил, разрядить, показать, осмотрим контрольный. Внимание! Промах. Стрелял из подмышки, не целился. Ну, 0,94, но это ни о чем не говорит. Ребят, можно и за 0,5 выставить, но не попасть. Кому интересно? Повторяем еще раз с учетом ошибок. Слабо нажал. Киньтесь так, чтобы попасть, а потом улучшить свое время. Готов? Готов. Внимание. Немножко вниз. Ну ладно, зачитаем. 1,11. Ну, плохой выстрел. Хорошо вскинулся и потом качнулся. Вот как раз в этот момент и стрелял. А лучше медленнее бы вскидывался и сразу вот на ходу. А не делал такой. Ну это оттачивается потом долгими попытками. Стой тогда еще. Готов? Внимание. Ровно. 1,46. Кинулся прочее. Теперь ты знаешь, что у тебя ушло. 1,46. Можешь отнимать. 1,3 попробуешь. 1,3 тоже попадай. Они просто. Нормально. Разрядить, показать, осмотрим контрольный. Прилог готов? Готов. Внимание. Не бросай только сразу ствол. 1,19. Ты бум вот так бросаешь. А нам это не нужно. Бум, и там остался. 1,19. Так. Готов? Готов. Внимание. Не попал. 1,16, но выше ушло. Печная труба. Знаешь, сразу в сторону. Нет, всегда в сторону. Резкий удар. Резкий удар до конца. Ребят, в калашнику, ну еще раз обращаю внимание ваше. Как только возникла труба, не отводите на пол сантиметра, не трясите, а резко ударьте до конца. И окно положите вниз. И ждите, пока он начнет падать. Только тогда отпускайте. А вот так на пол этого самого делать не надо. Будет вторая подача. Короче, резко до конца и дайте ему упасть. Так, повторяем еще наглядно. Готов? А, сейчас пройдем с первого. Готов? Внимание! Не бросайте сразу ствол. 1,06. Хорошая попытка. Ребят, привыкайте, когда попали, тем более. Смотрите, какой алгоритм отработки. Пи-бум! Фу, вошел. Напряг еще раз мышцы, посмотрел, где была метка, и потом расслабился. То бишь, не надо вот так бросать сразу. Скажите, а таймер считать начинает после того, как он закончил пищать? У него же писк тоже время занимает. Согласен. Вот когда я стрелял быстро, я стрелял тогда, когда еще продолжал пищать таймер. Ну, было 0,5-0,6. Как только услышал, вот, ты уже начинаешь. То есть писк начинается, сразу начинается таймер, правильно? Да, вам какое дело? Всех будет одинаково. Все. Нет, мне просто для себя интересно. Вот, таймер срабатывает после, а каждый уже слышит, как он начал пищать. Я понял. То бишь, у всех будет одинаково все равно. Я понял. Разумеется, не надо ждать конца писка. Вот это, если это вопрос, конечно, это я тоже понял. Писка. Это одно и то, что говорят на старт. А ты говоришь, вы еще теннис сказали. Да. Так. Хорошая попытка. Молодца. Разойдите, сказать. Нет, ну нет, ты еще стреляешь, остался. Посмотрим контрольный. Так, пробуем. Готов? Да. Внимание. Не попал. 1,52. Между ног. Ребят, заметили? Вынос достаточно небыстрый. Но был качок наверх, потом ты опять искал мишень, пронес ее и еще ниже выстрелил. Поэтому старайтесь не поднимать так ствол. Можно по-всякому наводить на мишень, там по-спортивному и так поднимают, там и как-то вот так поднимают. Но смотрите, когда вы делаете горизонтальные махи, 5 килограмм вам труднее остановить, да? А когда идет тычковая техника, вы просто мозг так устроен, что когда вы идете вперед, и сохраняется эта линия. Бам! Ну чуть качнетесь. А когда вы делаете вот так, и вот так, тогда, соответственно, вот такой качок. Угу. Разрядить, показать. Промах не за счет, осмотрим контрольный. Пилот готов? Готов. Спокойненько, и бум. Внимание. Вышли по центру, но опять бросил. А если он поднялся бы? 1,08. Хороший выстрел. Единственное, что стрелок быстрый, и он свою быстроту переводит еще в лишние вот эти движения. Но этого не надо в стрельбе, потому что нам важнее сохранять линию и прочее. Зачем нам так вот все делать, да? На один выстрел по тарелочке можно, ох, ты там здорово, да, тебе уже все равно, второй тарелки не будет, да? Ну, а здесь ты бум и войдет в мишень, да? Попробуй еще раз, может улучшит. И так было 1,08, внимание, и замри. Вот, воткни в нее и замри, внимание. Так.
Отличный выстрел. 0,89. Уменьшил меньше секунды. У нас раньше норма клуба была 1,08. Так что практически уходишь на клубную такую нормальную стрелка норму. Но это одно упражнение, а их 10. Бывает, что вот это выполняешь, а то годами никак не можешь дотянуть полсекунды. Тыло готов? Готов. Внимание! Вы видели тоже, очень видно, как лишний качок идет. Вот этот вынос. Все, вы тогда уже за 0,5 не сделаете. И даже секунду, потому что, видишь, качок лишний. Не надо бить. Выноси сейчас на тренировке медленно и сразу стреляй. Чтобы... Вот смотри сейчас, не стреляй, сделай такой вынос, чтобы сразу выстрелить, не демпфируй вот этот подброс. Бум! Вот стакан воды. И вот сразу в этот момент должен быть вынос. Вот его слови, чем вот так кидать, а потом ждать, пока он... И выстрел. В этот момент палец должен касаться спуска. Тогда ты, как только ты затормозил, ребят, тычковая техника пропадает, потому что она здесь есть, а вот здесь ее уже нет. Уже начали качаться, да? Бам! Так, ну все, еще одна попыточка. Готов? Готов. Внимание, только долго нести будет, это лишние 0,3 секунды. Внимание. Очень хорошо, по центру, нормально, ага. Секунда 18. Очень неплохо. Опять вперед. Теперь давайте, кто еще не пробовал, все попробуем. Разрядить к осмотру. Давайте по разу попробуем. Разрядить, показать. Потом будем двойки смотреть. Контрольные. За сколько время лучше делать двойку? Это не так принципиально, как скидка. Но просто показывает способность обработать спуск и сделать быстрые двойки. А вы другим не дадите тоже попробовать? Да. Ну вот, в скидку. Нет, всем, ребят, вставайте, дадим. Время есть, давайте. Зарядить, приготовиться, кто еще сдает скидочку? Кто не делал, встаем, давайте по два выстрела. Тело готов? Готов. Выходи на заднюю ногу. Слизь и повесь. И начинаем. Внимание. Очень неплохо. Коллеги, отличное время. 0,87. Замечание против. Молодец. Не было, если бы только ты не бросил сразу ствол. А поднимется еще мишень. Бум, вошел и жди. Раз, два, потом отпускает. Отлично. 0,87. Лучшее время пока. Внимание. Нет, сейчас уперся. Потом качнул, душа уйдет. Не упирайся, обходи. Так, пока жди. Промах. 0,79 был, но это не... Ну, зайди, приготовься. Так, расслабилась. Не стой на пятках, а наоборот, качнись на носочки. Внимание. Палец! Не надо ничего пробовать заранее. Внимание! Ты уже опытный стрельчик-то. Славно пошла. Не вытянул, да? Ну, видишь, как держит такое? Подмышка. Знаю, что он. Промах, вторая попытка. Внимание! Выше. Все равно это самое. Ну, тебе тяжело держать. Не ставь вам туда. Арочку надо. Вот она муюркая. Внимание! Мало лучше, но чуть выше. 1,26. Ну давай еще раз. Найди точку, ее там все-таки видеть, да? Внимание. Поставил и только так в сторону уходит. Сейчас отдохни. Тебе на скорость не надо, ребят. Это не самоцель. И можешь поснимать, пожалуйста? Я тоже хотел пострелять. Скорость это показатель выстрела. Могу попросить? Конечно. Если пока не попадаешь, так, все, я включил. Хорошо, это видео? Ну да, видео. Не, я там, когда стрелял. Никакого таймера, вообще забудьте про время. Потому что когда начинаешь стрелять на время, это уже все. Техника отрабатывается без таймера. Это я просто показал, вот посмотрите, как выглядит скорость выстрела. Под него учиться не надо, он только сбивает нахрен стрелка. Так, ну что, разрядить показатели, что там? Паша, ты занят. Ну, достреляй, черт. Ты на время. Вот так и стреляй спокойно, точно. Разряжайте, ребят, подойдите кто-нибудь. Разрядить к осмотру. И вот не скрючивайся направо, а наоборот, вперед, налево выходи. Внимание. Ну, задел. 0,91. Ну, осмотрено. Наверное, наугад так уже выстрел. Вложил. Отбой. Попробуй. Внимание. Левая рука. Плавнее. Потом ускоряйся в этот момент стреляй. До кивка. Еще раз внимание. Точно по центру.
0.91. Так, коллеги, и теперь... Так, встала. Зарядить, приготовиться. Сейчас двойки. Каждый попробует разрядить. До конца бей сюда. Осмотрим контрольный. Сейчас скидки, а потом двойки. Будем мерить сплит. Сколько... Кто быстрее сделает бу-бум. Ты готов? Готов. Внимание. Небрежненько. Да, не вложился. Мишень, а надо посмотреть вот сюда. Ну, то есть в мишень. Угу. Ты просто не продолжаешь смотреть, и ось даже не видишь оружие. Да, согласен. И реперная точка для верного попадания на скидку, это коснуться щеки. Тогда ты вот сюда попадаешь. А когда просто так, можно и так, конечно, но это уже другая техника. Бум, коснулся, выстрел, коснулся, выстрел. Пробуем, пока промах, внимание. Неплохо, ушло налево. Значит, добавь левую ручку, покажи. Вот, сейчас скинься просто. Не приседай. Нет, ты приседаешь все время на правую ногу. То бишь ты стоишь нормально, смотри, посмотри на меня. Стоишь для вот выхода, а делаешь вот так, смотри. Надо вперед. На правую, а тебе нужно на левую и вперед чуть, тычочек дать. Ага. Ну и догнать. Давай, еще раз скидывайся и догнать вот в этот момент вот так. Готов? Готов. Внимание! Вот, не торопись. Скорость отличная. 0.94, четко выстрелил, нормально, куда смотришь. Еще раз попробуй. Также не торопясь, потом закрепи правый локоть. Внимание! Готов. Угу. 0.98. Перешагни налево-направо. Внимание! Готов. Отлично, по центру. Секунда. Перешагни. Расслабился. Нет, жди сигнал. Внимание! Налево-налево. Чуть повыше зачтем. 1.14. Отлично, теперь начинаем мерить. Все заряжаемся. Последнее упражнение. Дабл тап. Ну не упражнение, смотрим. Разряжаю. А сделай сразу. А, ты закончил. Разрядить, показать. Осмотрим контрольный. Дабл тап. Вы должны сделать двойку. Норма клуба 0.12 или 0.15. Спасибо. Ну посмотрите. Спасибо. Знаешь, почему выше что? Потому что приклад низко. Приклад низко, стреляет как мортира. Приклад выше, сразу попал. У меня приклад низко или что? Или я не был? Ну, у тебя выше было очень классический способ, потому что получилось то, что вот здесь приклад держал. Как только вылез со щекой, лег на гребень. А, то есть я его упер не... ниже упер, чем надо. Да, я понял. Спасибо. Ноль. Ага, спасибо. 0.19. Очень хорошая плотная двоечка. Итак, пока лучшее время 0.19. Еще раз сделаешь? Вторая попышка. Двойка. Внимание. Так. Девятнадцать. Молодца. Ну, еще раз там выставил. По-моему, один остался. Ну, давай скидка. Внимание. А вот. Вот Алексей. 1.37. Разрядить, показать. Металл поражен. Осмотрим контрольный. Итак, двоечка. Кто-то сплит проверил. Разрядить, приготовиться. Готов? Готов. Внимание. Огонь. Огонь. Очень неплохо. 0.12. Вот это двоечка. 0.12. Рекордная двоечка. Молодец. Ну, вторую попытку здесь. Внимание. Палец, кто еще хочет померить, давайте. Внимание. Легкий увод, конечно, идет. Металл поражен. 0.12, но металл поражен. Разрядить, показать. Ну, или даст, застреляет. Давай, скидывай. Хорошие двойки. Уже чувствует человек спуск, и где срывается. Осмотренный контроль. Он чувствует свое оружие, где срывается на второй выстрел. Николаевич. Я не могу. Ты готова? А, да это готово, но у меня вряд ли по таймеру. Мне надо отстрелять 8 выстрелов и уйти. Ну и нормально. Давай, есть чуть 10 минут. Коллеги, смотрите, уже все сектора закрыты, мы еще не убрали. Давайте все-таки прервемся. Бегайте, пожалуйста. Зарядить, приготовиться. Полторы минуты достреливаем и убираем мусор. Его стрелок много. Готов? Заряжай. Готов. Внимание. Внимание. Стрелок готов? Готов. Давай. Готов. Внимание. Так, еще два у меня. Все медленно. Стреляй. Не заряжен. Щелк. Готов. Внимание. Контрольный. Осмотр. Достреливаем. Пустой. Ребят, дострелим. Ал, скорее, давай. Магазин. Осмотрено.
Два патрона, застреляй, все. Заканчиваем. А то же все закончили, ребят. Гости сегодня рекордно долго стреляют, да. Итак, последние два выстрела. И... А, вот сейчас делаем.